товарищ майор, у вас видно, как удобно принять кадетскую присягу и прибыть. Кадетскую присягу принять. Есть! Ребята учатся в кадетском корпусе уже 2 месяца. За это время школьники смогли понять, в чем ценность кадетского звания, которое они с гордостью носят. Уважение труда, бережное отношение к дружбе и умение прийти на помощь – главное, чему учат кадетов. Со знаковым событием ребят поздравили первые лица области и директора начального военно-учебного заведения. Эта клятва дана осознанно. За 2 месяца, которые кадеты учились в кадетском корпусе, я думаю, все смогли понять, в чем состоит жизнь кадетов, в чем ценность этого кадетского звания, которое с гордостью наши ребята носят и будут носить. Я поздравляю коллектив кадетского корпуса, ребят, родителей с этим торжественным мероприятием. Мы верим в наших ребят, мы всегда им поможем. Кадетский корпус в Радужном является единственным в области учреждением данного типа. В нем обучаются около 300 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Большинство выпускников корпуса выбирают службу в Вооруженных силах России, а также продолжают учебу в военных, ведомственных и гражданских вузах. Сегодня вы принимаете присягу в преддверии замечательного государственного праздника – День народного единства. Ибо сам кадетский корпус носит имя Дмитрия Пожарского. Сегодня в этот день поздравляю вас с принятием кадетской присяги. Желаю вам всего самого наилучшего, доброго, конечно же, успехов в учебе.